Всем привет, это Зверько, и я хочу порадовать вас навыками нового АДК, которого готовят разработчики. К сожалению, запись самого боя зависла, пришлось перезаписывать с реплея. Должен отметить, нам готовят хорошего и интересного АДК. Да, многие скиллы схожи с подобными снайперами в моба, но много ли навыков придумаешь снайперу? Лесли — это весомая конкуренция Лейли. Лесли тратит энергию, подобную энергии Фанни, которую устанавливает выстрелы. Перейдем к навыкам. Пассив. Лесли выстрелом восстанавливает 5 единиц энергии. Если Лесли не получает урон в течение 5 секунд, она нанесет в 1,5 раза больше урон первым выстрелом. Притом расстояние первого выстрела увеличивается. Применение любого скилла снимает перезарядку пассивки. Первый навык. Мастер камуфляжа. Лесли изображает из себя невидимку. Между нами ее весьма видно. И продолжает это делать в течение 5 секунд. В этом состоянии получает ускорение бега на 30%. Нанесение или получение урона мгновенно выведет ее из этого состояния. Невидимку можно ранить направленным заклинанием или запоздалым выстрелом. Второй навык – бросок гранаты. Лесли бросает гранату рядом с собой. Сама Лесли отскакивает, а противнику наносится урон и его также немного отбрасывает. Помогает разорвать дистанцию и перепрыгнуть тонкое препятствие. Ульта. Безупречная меткость. Лесли встает на одно колено и совершает 4 выстрела в цель, и неважно, выбежала ли цель за пределы прицела или нет. Но снаряды могут попасть в другую цель, вставшую на пути. Например, танк храбро примет пули в грудь. Что интересно, на данном этапе можно выцелить противника, засевшего в кустах. Хороший механизм для добивания, но так себе для инициации. Скажу от себя, мне кажется, этот герой играбельный. В нынешней мете, и мне непонятно, почему индонезийцы на нем показывают такие плачевные результаты. Наслаждайтесь видео, подписывайтесь на канал, и всем вам пальцы вверх. До встречи!
Thank you.